Пап, давай заедем в Макдональдс. Прох, ну сколько можно? И так туда постоянно заезжаем. И что в этом плохого? Все. Это вредно для здоровья. Или мог, шелька. Ой, ну все. Блин, опять гаишники остановили. Здрасте. Почему скорость превышаем? Так я это... Документики? Да, секундочку. Пап, ну это долго. Из меня сейчас чужой вылезет. А что у вас случилось? Да у него это... Живот болит. Нам надо срочно в больницу ехать. Больница в 3 километрах отсюда. Всего доброго. Понял, спасибо. Вот это ты вовремя, конечно, придумал. Молодец. Молодец, колы не запьешь. Веди меня теперь в Макдональдс. Сколько я тебе денег сэкономил? Ладно, так и быть. Поехали. Спасибо. Держи. Вкусняшка. Ай, живот режет. Ну все, все, гаишников нет рядом. Можешь не напрягаться. Пап, по-настоящему болит. Серьезно? Допрыгался? Поехали в Макдональдс, говорит. Прости, пап. Ладно, так и быть. Поехали в больницу. Блин, лучше бы штраф был. Так дешевле вышло бы. Раз, два, три, четыре. Крошка Мэн, ты мне лайк, а я контент. Крошка Мэн, ты мне лайк, а я тебе контент. Спасибо.